более чем довольны тем, что происходит на поле. Неймар. Снова он в центре внимания. Передача в центр. Месси пробивает 1-1. Барселона отыгрывается на 59-й минуте. Забивает Лионель Месси. Забивает после передачи Неймара. Но вот снова Неймар берет игру на себя. Вот в эти сложные минуты именно он повел команду за собой. И после его передачи Месси вколачивает мяч в сетку ворот. Он был последним игроком Барселоны, который забивал на этом стадионе. Случилось это позапрошлого года, когда Реал Сосьедад выиграл 3-1. Сейчас Месси сравнивает счет после передачи Неймара. Бегает он в штрафную, здесь уже не успел.